Всем привет! В мире не бывает абсолютно одинаковых людей. Каждый из нас является особенным и уникальным, и это прекрасно. Но некоторые уж слишком не похожи на всех остальных. Сейчас вы увидите людей, в существование которых порой даже сложно поверить. Но перед просмотром не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. В Пакистане живет настоящий мальчик-филин. Известно, что птицы семейства совиных способны поворачивать голову на 180 градусов. 14-летний подросток Мухаммед Самир из города Карачи обладает такой же способностью. В то, что такое возможно, сложно поверить, пока не увидишь собственными глазами. Сам Мухаммед говорит, что его умение вовсе не сверхспособность и не врожденный дар, а результат изнурительных тренировок. Как, на ваш взгляд, должен выглядеть фитнес-тренер? Конечно же, вы сразу представляете себе молодого, подтянутого и физически здорового человека. Но тренер из Техаса Зак Рул разрушает все стереотипы. С уверенностью можно сказать, такого тренера в мире вы больше нигде не найдете. Зак Рул – единственный в мире кроссфит-атлет, у которого нет ног. Еще в раннем детстве у Зака врачи обнаружили, что он страдает от редкого заболевания. Его кости были слишком хрупкими. Это привело к тому, что обе ноги пришлось ампутировать. Очевидно, что мальчик уже не мог жить полной жизнью. Но Зак ни дня не жалел себе. У него не было ног, но зато был характер настоящего борца. Он увлекался бодибилдингом, а затем и кроссфитом. А теперь он даже тренирует других. А этого парня можно смело назвать «Человек-фонтан». 22-летний Керубель Йилма из Эфиопии обладает удивительным талантом. Он может беспрерывно брызгать водой изо рта. Возможно, это и не самое полезное умение, но оно помогло парню попасть в книгу Гиннесса. В сентябре 2016 года Керубель побил рекорд по самому долгому времени выбрызгивания воды изо рта. Он непрерывно выпускал струю со рта на протяжении 56 секунд. Вы наверняка знаете, что некоторые девушки отращивают настолько длинные волосы, что это помогает им попасть в книгу Гиннесса. Ни одному мужчине пока не удалось побить их рекорд, но, как ни странно, находятся те, кто к этому стремится. Это парень по прозвищу Hair Freaky Long Hair, что переводится примерно как «причудливые длинные волосы». Такое прозвище он получил благодаря своему необычному хобби – отращивать волосы настолько длинными, насколько это возможно. Сам он считает себя фриком и, скорее всего, пытается таким образом привлечь к себе внимание. Но такая красота требует жертв. Такие волосы очень тяжело мыть, а на то, чтобы высушить, вообще уходит целый день. Би Мелвнин – это модель из Гамбии, которая обладает очень узнаваемой внешностью. У нее очень темная кожа и волосы цвета платиновый блонд. При этом у девушки очень красивые черты лица. У нее миллионы поклонников в Инстаграм. Правда, многие недоброжелатели обвиняют девушку в нечестности. Якобы все ее фото отфотошоплены и далеки от реальности. Но вряд ли эти обвинения имеют основание. Ведь сегодня практически каждый обрабатывает свои фото. Но только Би Мелвнин выглядит настолько впечатляюще. Если раньше людей, не похожих на других, часто считали белыми воронами и тыкали в них пальцами, то сегодня такая оригинальность только на руку. Некоторые люди зарабатывают огромные деньги в Инстаграме благодаря своей нетипичной внешности. Кристиану Элби очень популярный в Бразилии и за ее пределами блогер в Инстаграм. Внимание широкой аудитории он привлек исключительно своей запоминающейся внешностью. У Кристиана шикарные огненно-рыжие вьющиеся волосы, которым могут позавидовать многие женщины. Но, разумеется, на одних волосах далеко не уедешь. Чтобы удержать подписчиков, блогер регулярно снимает разные забавные видео. Я не знаю, кто этот парень, как его зовут и где он живет, но только посмотрите, на что способны его пальцы.
Знаете ли вы хоть кого-нибудь, способного на нечто подобное? Интересно, это врожденная способность или результат тренировки? Подобные видео можно найти в сети. Таких людей не один, не два, а гораздо больше. А следовательно, теоретически они могут находиться и среди нас. Возможно, вы тоже так умеете? Если да, то обязательно напишите об этом в комментариях. Что делать, если человек отличается от остальных как раз тем, что нельзя так просто сфотографироваться и выложить себя в Инстаграм? Один парень, который не называет свое имя, записал видео, в котором поведал свою грустную историю. Некоторые мужчины комплексуют из-за того, что их половой орган меньше, чем им хотелось бы. Но этому парню их не понять. У него-то все наоборот. Его огромный вторичный признак мешает полноценной жизни. Парень часто спотыкается об него, задевает им различные предметы. В общем, он очень несчастен, если ему верить. Но стоит ли? Может, он такой же, как и все, но старается всячески привлечь к себе внимание. Ведь, как вы знаете, что сейчас очень многие люди пытаются прославиться любым способом и на пике хайпа заработать легких денег. Друзья, если хотите увидеть больше интересного, подписывайтесь на наши паблики в соцсетях. А на этом сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч!